Итак, ребят, всем ку. Попробуем сегодня поиграть с вами в Амнезию Бункер. Не знаю, что за игрушка и буду ли я проходить ее полностью. Посмотрим. Если понравится, то пройдем полностью. Если нет, то запишем одну-две серии. И на этом, как говорится, наши полномочия все. Чтобы выжить в этой войне, нам понадобится две вещи. Во-первых, базовый набор навыков. Во-вторых, такое... чутье что-то необходим. Ага. Ну да, тут... Ля. Арни, скорее в укрытие, вперед. Так, мы играем за Арни, да? Иди вдоль окопа и приведу тебя к местам, каким-то местам. К местам. Так. Нажмите R, чтобы достать и убрать оружие. Угу, а у нас 0 патрошков. Так, побегал я перед началом записи. Сейчас, секундочку, кое-что проверю. Побегал я перед началом записи немножко. Покажу, до какого места. Ознакомимся с механикой. Да плюс настроил немножко сенсу. Так, что это такое? А, то есть мы можем сейчас взлететь, да? Понял. Гоу, полетели. Этот как я ознакомился с механикой, посмотрел, что и как работает. Не знаю, по поводу сенсы, может, еще меньше нужно будет сделать, но потом разберемся. Как тут перезаряжать? Это тоже нужно зажать R-очку и левой кнопкой мыши вставлять патроны. Но у нас их нету, к сожалению. Так что идемте. Да, да, это у нас сейчас обучение будет. Вправо-влево, влево-вправо. Так, честно не знаю, я думал, что это будет типа как это, как его, как хоррор, но что-то начало такое себе. Так, зажимать shift, чтобы бежать, да, это понятно, это мы так делали. Напрягает меня здесь, что мне нужно зажимать мышку и типа крутить туда-сюда, поняли? Чтобы открыть-закрыть дверь. Могли просто на ешку поставить, как обычно. Так, давайте заберем 3 патрошка. Да. Самое интересное, что нам дали всего лишь 3 патрошка. Которые мы пока мисс использовать не будем. Так, давай зарядим. 1, 2, 3. По поводу того, будет ли больше патрошков, либо не будет, я не знаю, конечно. И есть ли тут что-то вообще или нету. Смотри там. Смотрю. Так, здесь нужно будет сейчас нам с вами взять вот этот вот кирпичик и разбить дверку, потому что она не открывается. Все, до побачения. А тут, по-моему, нужно будет перебежать, насколько я помню. Тут, по-моему, нужно будет перебежать где-то. Так, немецкие солдаты, ага. Все, хорошо. Блин, когда мы уже доберемся до этого бункера, где мы сможем спрятаться? Так, там ничего нету, а здесь по нам будет, по-моему, стрелять. Не-не-не-не-не-не-не. О-ля-ля-ля, о-ля-ля, о-ля-ля. О-ля-ля, ой-ля-ля, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-все-все-все. Вы получили ранение, удерживайте тап, чтобы узнать, насколько серьезно. Арни, ты в безопасности. Спасибо большое. Я прикрою тебя отсюда, продолжай двигаться дальше. Хорошо. Так, давайте закроем. Чипоникс. Тут у нас будет ждать тряпочки. Мы с помощью их можем сделать себе бинтик. Так, и здесь еще что-то должно быть, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, там граната. Давайте нажмем Tab. Зажмем и соединим. Все, отлично. Теперь удерживайте правую кнопку, чтобы достать предмет, а затем, чтобы его использовать. Хорошо, давайте использовать бинтик. Во, все, хорошо стало. Так, я дошел вот до этого конкретного момента. Блин, а почему я не могу дальше пройти? Во, могу. Вот конкретно до этого момента я дошел. Дальше не...
играл, так что я без понятия, что у нас там ждет и что у нас там будет. Так, давай возьмем гранатку, потому что без гранатки дверка не откроется. Ага, зажимаем правой кнопкой, левой бросаем. Все, шикарно. Так, идем, идем, идем. Идемте смотреть. Идемте смотреть. Блин, графика, конечно, ужасная. Не знаю, может, лучше будет. Ну, как по мне, реально ужасная графика. Так, здесь у нас еще один ждет нас патрошек. И больше, по-моему, ничего. Давайте зарядим его. Давайте зарядим. Блин, я надеюсь, нам не будут, как в игре я играл, что один патрон на 200 часов прохождения. Бум. Так, тут мы перебегаем. Я даже не знаю, что тут и комментировать. Ну-ну-ну, никакой гранаты. Ну-ну-ну. Ах ты, падла. Видели, гранату кинули меня? Газы. У кого-то газы. Так, Арни, ты где? Я здесь. Я здесь, алло. Алло. Help me, please. Ну все. Надеть это скорее, не вздумай умирать, Арни. Мы с тобой выберемся из этого ада. Теперь давай за мной, мы почти на месте. Блин, не люблю читать титры, вообще их не люблю. Ха-ха-ха, попробуй-ка такое перебить, мой друг. Вот так. Эх, судьба злодейка. В таком случае сегодня я уйду в патруль. До дистали библиотеки. Короче, если не буду успевать читать, то, как говорится, excuse me. Так, хорошо, мы куда-то с вами выбрались. Надеюсь, вам так же самое страшно, как и мне. Прям игра хоррор. Бонжур. Спишь? Спит, спит. Так, ладно, давайте пробежим. Давайте пробежим. Я так понимаю, нам вниз нужно, да? И что происходит? Так, мы либо купаемся, либо пьем. Арни? Это ты? Ага. Вот, выпей. А потом я тебя отсюда вытащу. Ля, Гарри Поттер, ты что? Гарри, ты? Как там Володька? Так, мы тащим Гарри, я так понял. Я не могу идти, моя нога. Я слишком слаб. Ну, давай там, Левиоса. Ты держись, мы доберемся до безопасного места. Так что просто держись, Гарри, я тебя спасу. Так, во, мы можем бежать, давайте пробежимся по-быстрому. Шнеля, Шнеля, быстрее, быстрее, быстрее. Нет, 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 за нами собачки. Арни, они нас нашли. Думаешь? Оставь меня здесь, я сам. Типа спасайся, да? Все, минус Гарри. А где хоррор? Я как бы скачал игру. Так, теперь вы сами по себе. Учитесь, адаптируйтесь. Экспериментируйтесь, экспериментируйте и выживаете. Окей, попробуем. Так, где это мы?
В госпитале, надеюсь. Да, походу в госпитале. Ля, матер мумия. Ну все, теперь мы всех победим. Так, мы с вами очнулись. Хорошо, давайте смотреть, что мы можем здесь брать. Так, двигать мышью, зажав Т, чтобы вращать предмет. Зажав Т. Ага, зажав Т, чтобы вращать предмет. Окейшки, окейшки. Так, давай зажмем Т и вращаем подушечку. Вот-вот, ля, гаре, левее оса. Так. Это нам не надо, это нам не надо. Угу. Опять варенье разлили. Вот не могу вот кушать варенье, чтобы не разлить, да? Так, здесь у нас что? Здесь у нас кто? Так, все найденные вами записки находятся в вкладке записки в инвентаре. Чтобы перейти непосредственно к найденной записке, нажмите Tab, пока мигает значок. Так, рядовой Клеман поступил на лечение после события, произошедшего 9 июля. Личные вещи пациента находятся в индивидуальном шкафчике. Пациент пребывает в состоянии легкой комы, но на внешние раздражители реагирует, но лишь в течение короткого промежутка времени. При последнем пробуждении выяснилось, что он не помнит последние события. Это типа мы, да? Окей, ладушки, ладушки. Амнезия так амнезия. Угу. А можно мне мои вещи? Ля, мы даже это можем делать. Смотри. Прикольно. Вот это я понимаю, вот это хоррор. Вот это прям страшно вырубай. Так. Бонжур. Мадам месье. Бумс. Ладно, пока мы с ним будем бегать. Мы только вышли из комы. Ага. Это, походу, наш ящичек с вами, да? Да. Давай открываем. Открываем и... Что-то такое. Нажмите F, чтобы достать... Или убрать фонарик. Давай попробуем. Так, удержите F, чтобы подзарядить фонарь. Однако старайтесь сильно не шуметь. Ага, мы, наверное, будем от бабайки с вами, да, прятаться с этим фонариком. Прикольненько, прикольненько. Давайте пока мы все берем и возьмем очередную записку. Так. Я в агонии. Она сломила мое тело, захватила разум, терзает душу. Так, а можно я это прочитаю, Арни? Как я мог так поступить? Как? В столовой сейчас ужинает. Но мне противно даже думать о еде. Repulses me. Все, хватит. Понял. Я, конечно, не против, но... Ну ладно, не хочет открываться. Кажется, не против, что он зачитывает, но это было бы хорошо, если был бы перевод какой-то. Так, фотография. А ну дай-ка сюда. Да ты шо, ля. Какой красивый. Угу. Тут, походу, да, какие-то эксперименты проводятся. О, очередная записка. Вот это хоррор, да, ребят, скажите? Вот это я понимаю. Вот это прям то, что нужно. Так, тело сержанта Райнера. Множественные... Резанные раны, грудная полость разорвана в клочья, все ребра переломаны, черепная коробка пробита в результате последовательных ударов тупым предметом. Кто бы мог сотворить с ним такое?
такое? Бонжур. Так, это что я взял? Это я взял топливо. Прикольненько. А дай-ка мне фонарик, пожалуйста. Ну. Так. Что-то еще есть, смотри. А, я могу просто косточки поднимать. Понял. Тихо. Все хорошо. Все. Я ж пошутил. Я пошутил. Дядя шутит. Так, здесь больше ничего нету. Не, только косточки. Нам косточки не нужны, правильно? Понял, не нужны. Так, а это мне каждый раз придется, да, вот это вот? Заряжать свой фонарик. Прикольно, прикольно. Так, тут замок, да? Угу. Hello? Понял, не hello. Ладно. Так, давайте смотреть. Ага, мы сюда сможем проползти, я так понял. Без проблем. Так. А где все? Вроде ж тихо. Тихо. Кто это там? Кто это там шумит? Так, закрыто. А не открыто. Эй, кто здесь? Не-не-не, тут никого нету. Ты тут? А меня тут нету. Так, давайте уберем фонарик, чтобы мне палиться. Давайте уберем фонарик, чтобы не палиться. Ха, Арни, я думал, что остался один. Послушай, мы в ловушке. Эти все ублюдки, офицеры, крысолюбы страны. Бросили нас, да, походу? Если хочешь выбраться отсюда, тебе придется расчистить путь наружу. Динамит есть в арсенале, а рукоятка от детонатора где-то на стройке, где копают. Найди их и сможешь выбраться. Эта тварь приближается. Вот, возьми. Пожалуйста, прикончи меня. Не хочу умирать от лап монстра. Так, в чулане лежат. Это чулан, да, получается? Это лежат в чулане патроны. Давайте возьмем. Да, давайте возьмем потрошки и закончим дело. Блин, ну прости, братюнь. А! Какого? Блин, ну... Ладно. Фонарик. Ты где? Так, нам нужно сейчас с вами найти детонатор. Ручку какую-то. Все остальное хорошо. Так, а мы сможем с вами в эту дырку проползти, в которой была, или нам оно не надо? Или нам оно не надо? Не, нам оно не надо. Хорошо. Блин, ну у нас только два патрона. Что я могу сказать? И дверка не открывается, да? И дверка не открывается, да, закрыта. Угу. И что делать? Что делать? А если я... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, надеюсь, эта бабайка боится света. Слышь, ребята, если мы выстрелим в замок, поможет или нет, как думаешь? Прикинь. Прикинь. Тихо. Все. До побачення. Так, кто ты? Карандашик нельзя, да? А здесь ключик нельзя. Ага. Так, скажите мне, пожалуйста, эта штука боится света или не боится? Или кто его знает, чего она боится? Так, закрой, пожалуйста. Все, начался хоррор, да? Так, угу. Понял, как выйти. Так, тут сохранения будут, либо не будут. В этом ящике можно хранить вещи из инвентаря. Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить. Давай.
Так, топливо, пехоль, фонарик. Ну, нам нету чего хранить. О, тряпочка. Так, зажгите лампу, чтобы сохранить процесс. Нажмите любую кнопку мыши. Так. Ура! Мы сохранились с вами. Так, я так понимаю, что мы тут, да? А нам куда-то нужно... Куда-то нужно. Ну ладно. Значит, куда-то и пойдем. Так, здесь у нас что? Ага, нам нужен пароль будет. Окей. А там у нас что? Там у нас не... не... Тихо, 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 тихо. Тихонечко. Тихо, тихо, тихонечко. Арчи, дверки закрываем. Все, до побачення. Давайте прочитаем записку. Важно, при работе с погибшими солдатами обращайте внимание на сообщения, символы или коды шкафчиком на обратной стороне жетонов. Их необходимо стирать, прежде чем помещать жетон в хранилище и вносить его в реестр. Ага, а где наш жетончик? Мы нашли, помните, были жетончики? Но вроде на нем ничего не было. Или было? Так, дай мне топливо. Блин, интересно, переиграть ли мне момент, либо нет, ли там не было ничего. Так, сейчас буквально одну секунду кое-что проверю. Вроде подтупливает, вроде и нет, непонятно. Так, вроде нормально. Блин, а на том жетоне, по-моему, да, что-то было? Так, кто будет пересматривать, напишите мне в комментариях, был ли там пароль. Ну, вроде не было. Или, может, я чего-то не заметил. Так, чтобы запустить генератор, заправьте его топливом. И поменяйте рычаг. Угу, ну это понятно, очередная записка. Давайте смотреть. Так, внимание, топливо для генераторов чрезвычайно огнеопасно. Запрещается разводить огонь вблизи топлива. Хранить топливо только в прочных металлических емкостях. В случае разлива топлива, немедленно вытрите место разлива и утилизируйте ветошь. Ага, то есть, по идее, мы сможем с вами разливать топливо и сжигать всех, да? Ну, понятно, что я этим всем не воспользуюсь, потому что по-любому я забуду. Так, если тут что-то... Походу нету. Так, тут ведерко просто, понял. Блин, знаете, что меня напрягает? Вот это, что мне нужно каждый раз будет фонарик вот так вот тыркать. Так, бонжур. Что это у тебя? Жетон. Так, 21.41, правильно я понимаю? Все найденные коды находятся в вкладке «Коды», да? 21.41. 21.41, а давайте попробуем. Пока не забыл. Так, 21.41. Так, давай, 4 и 1. Эй, бэйби, шик, шик, все. Супер, потом мы туда сходим, пока мы дверку открывать не будем. Так, а если зажгу, прогресс сохранен. Хорошо. По идее, мы сохранились. Так, теперь давайте смотреть, что это у нас, компас, да? Или это часики? Карманные часы. Назначить на горячую клавишу. Зачем она нам нужна? Без понятия. Так, братюня, а что у тебя еще есть тут? Интересно, а что ты такого запрятал? Ничего? Так, никогда не включать это мразь ненавидит свет. А, никогда не выключать это мразь ненавидит свет. Хорошо. То есть это мне нужно сейчас в руки взять вот так, да, канистру. И удерживайте, чтобы достать предмет, а затем, чтобы использовать его. О, хорошо. Давай еще. Все. Давайте запускать. Давайте запускать. Да, походу
Так, что это такое? Это типа время, через сколько закончится у нас с вами бензин. Правильно я понимаю? Ладно, давайте попробуем еще раз. Еще залить. Я думаю, нам больше не пригодится. Все, идемте, отлично. Теперь побежали отсюда. Давайте сделаем еще раз вот так, сохранимся. Блин, если это каждый раз придется вот так находить лампочку, чтобы сохраниться, это, конечно, будет печально. Так, большую часть проблем можно решить несколько способов. Используйте логику и смекалку. Экспериментируйте, если вам кажется, что можно что-то сделать. Возможно, вам не кажется. Ага, давайте, давайте посмотрим. Так, бонжур. Здесь мы отодвигаем, да? Так, блин, как же неудобно эту дверь открывать. Так, а здесь... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, ключи. А здесь у нас что? Ага, мы отсюда при... помните, здесь было закрыто? Так, ладно, ладно. Закрываем и задвигаем. Все, до побочения. Так, а ну. Насколько я понял, бензина, керосина, что у нас там было, нам надолго не хватит. Так что давайте попробуем. Тихо, 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 тихо. Ты чего? Все хорошо. Не-н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 е. Все. Ну, ну твоя дверка, все. Так бы и сказал бы. Что ты тут начинаешь? Что ты тут начинаешь? Так, ага. Фонарик. Открыть тоже нельзя. Закрыто, походу, с той стороны. Хорошо. Газ. Ой. Главное, чтобы сейчас не бадабумкнуло. Так, вы нашли новую цель. Цели будут отмечены на ваших картах. Затем... Целям будут выделены прочие записки. Ага. Так, записки, фотографии, коды. Окей, 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 окей. Конечно, очень интересно, но все закрыто. Так, аварийная блокировка. Угу. Аварийная блокировка, угу. Да-да-да-да-да-да, я понял. Ты тут главный, ты тут умничка, да. Ладно, давайте попробуем сбегать по-быстрому. Куда-то сюда, посмотреть, аварийная блокировка. Но других вариантов я не вижу. Все-все-все, ты ж света боишься. Или ты забыл, или ты не знал. Так, я не помню, это ж, по-моему, дверь была закрыта или открыта. Ой, включи свет, пожалуйста. Так, что у нас тут написано? Так, нашедшему эту записку. Наш командир дрожит от страха рядом со мною. Одни и те же слова. Бежим, бежим, бежим. Он хочет бежать. И хочет взорвать за собой выход. И начинаю по ним... Проникаться его словами. Хорошо, если будете взаперти с этим зверем, арсенал станет вашей единственной надеждой. Это все, что я могу сделать. На что у меня хватит смелости? Справляйтесь к узлу связи в солдатской казарме. Спрячьтесь там, я передам код. Ага, нам куда-то нужно бежать, куда-то прятаться. Так, мистер Бабайка. Давайте договоримся, что мы будем с вами... жить дружно. Так, записка. Ночь. Несколько минут назад был слышен странный скрежет. И сейчас кажется, что кто-то ходит по коридору. Возможно, это Рейнер. Угу. Лучше мне поговорить с ним сейчас. Так. Номер 73. Надеюсь, это не код. Я беспокоюсь. Я вспоминаю тот момент, когда Рейнер начал кричать. Мне впервые хочется, чтобы поступил приказ наступать. Хорошо, хорошо.
Конечно, ничего хорошего, блин. Я думаю, стоит ли... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где у нас F? Блин, а, R. Так, хрестик. Вот, сюда, да, нам нужно? Ага, тут растяжка. Прикинь. Понял. Ладно, не будем мешать. Не будем мешать. Так, давайте смотреть, что тут у нас есть. Бочка. Топливо. Ну, пожалуйста, ну не надо. Алло, игра. А можно без вот этих вот выключений фонарики? Блин, я не знаю, зачем. Зачем надо было делать вот такую вот с фонариком? Неужели нельзя было вместе с батарейками его сделать? Так. 30 июня 1916 года. В результате совершения прошлым вечером вылазки мы захватили в плен около 20 немецких солдатов из 4-го резервного корпуса 2-й армии. Теперь наши командиры переполнены... А, теперь наши камеры переполнены. Рекомендуют отправить пленных в лагерь. Хорошо. Предлагаю, что они, может, оформлены... Окей, спасибо за бесполезную информацию, то, что я потратил, говорится, на тебя время. Падла. Да, подошел, у меня один патрошек есть. Так, ага, пусто, спасибо. Блин, обожаю такие игры. Обожаю такие игры, когда все пусто. Так, фотографию мы потом с вами посмотрим, если, конечно, я не забуду. Тут вроде больше ничего нету. Вроде больше ничего нету. А куда нам нужно идти? Я уже заблудился, если честно. Если честно, я уже заблудился. Ага, тут закрыто. Тут открыто. Бонжур. Мистер Бабайка. Давай сделаем вот так. Как тебе такое? Все? Не можешь, да? Вылезть. Падла. А можно? Во, вот так, все. Мы в безопасности. Кэп, мы в безопасности. Хотя я что-то чувствую, что он нас сейчас забаранит. Так, давай возьмем топливо. Давай возьмем... гранатку. Шикарно. Возьмем аптечку. Возьмем опять записку. Так, я приказал укрепить защиту арсенала. Замок, код. А, замок. Код я лично выявлю ответственных. Тише. Или замок, или замок. Правосудие. Да, хорошо. Правосудие правосудием. Так, трусы. Либо трусы. Как кому, как говорится, удобно, ребят. Пусть будут трусы, правильно? Я отправил их назад, чтобы они выследили... А, чтобы они сделали все как положено. Выследили, убили его. Если они не справятся, их ждет куда более страшная кара, чем когти во тьме. Поющие трусы. Так, фотография, хорошо, веревочка нам не понадобится. На, поиграй, задолбал. Что тут? А тут ничего. Так, что-то мне хочется, подойти сюда. Подойти сюда и опустить. Все. Отведай. Силушки. Все, ты не сможешь выйти. Не-не-не, даже не начинай, все. Против бочки ты бессилен. Я уверен. На, еще и стульчик тебе. Тихо-тихо-тихо. Так, я вижу топливо. Вы не можете взять дополнительный предмет в инвентарь. Почему? У меня он заполнен, да. Давайте гранатку перенесем вот сюда. Так, выбрать Х. Не, не выкинуть.
Алло, а как перенести тебя? Алло, алло, алло. Ладно, давай тебя объединим. И давай тебя объединим. А, мы тебя не сможем объединить. Ладно. Все, забрали предмет. Я тебе предлагаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Никаких ры. Я предлагаю сбегать туда, где мы были. Заполнить еще раз, получается. Бонжур. Женупель. Кусь-кусюма. Так. Блин, а что сделать? Может гранатку кинуть сюда? Чтобы дверь вынести? Или мы сможем поднять какой-то предмет и раз... Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Или мы не сможем? Блин, что-то мне кажется, что свет потухнет скоро. Так, ну тут два варианта. Мне либо кинуть гранатку и открыть эту дверку, либо я не знаю, либо можно как-то по-другому туда пройти. А, вон как можно туда пройти, понял? Это типа через бочки, да? Да, вот оно. Прикинь, я умный. Та ты шо, ребят. Это достойно вашего лайка. Так, давай сделаем свет. Ну все, 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 успокойся. Все, полезли. Так, как же неудобно это все отламывать. Как же неудобно это все отламывать. Бонжур. Так, тряпочку нельзя. Столик можно. О, патрушка. Патрушка это хорошо. Патрушку мы сейчас зарядим. А это что-то вы не можете взять дополнительный предмет в инвентаре. А почему? Потому что у нас все занято. Хорошо. Давайте мы, значит, с вами что сделаем? Я даже не знаю, что мы с вами сделаем. Нам все нужно. Так, теперь можете носить больше предметов. Ура! Ура, 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 ура. Ура, я что-то взял. Я что-то взял. Так, код 2807. Ага, а где он используется? 2807, нам где-то нужно будет его использовать. Хорошо. 2807, отлично. Ну не перебивай, пожалуйста, все. В настоящем письме я хочу письменно изложить события, которые должны... А, доложил ранее своим непосредственным начальникам. Прошлым вечером, 14 мая, мне было поручено помочь инженерам в составлении карт римских туннелей. Вступив в самую глубокую часть туннелей, я заметил странную светящую жидкость. Что сочилось из стен. Это хорошо, конечно, хорошо, но откуда был это пароль? Ага, вот так, да, бабайка выглядит, понял. Откуда, во-первых, это был пароль? Во-вторых, как мне вернуться назад и заправить свой генератор? Я уже заблудился. Честно, я заблудился, я уже не помню, куда идти нужно. Так, ага, а мы цепочку можем с вами взорвать, либо прострелить? Тихо, 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 тихо. У меня фонарик. Так, давай читать. Это наш четвертый официальный запрос на заполнение запасов вина. На пополнение. Ага. Хорошо, хорошо. Вино это хорошо. Не, нельзя. Что тут есть? Тут просто вино, да? Я так понимаю. Блин, я могу, конечно, попробовать кинуть гранатку, но там что-то лежит, смотри. И тут что-то лежит. Как мне сюда пробраться? Как мне сюда пробраться? Может? Ага, нет, не может. Может быть корова, а может быть и не корова. Давайте попробуем гранатку кинуть.
Как думаете, получится? Тем более, я так понимаю, мы монстра гранаты не сможем никогда задеть. А если тут попробуем. Так. Что это такое мясо? Просроченное мясо, которое уже не годится для употребления в пищу. Можно использовать для привлечения крыс и прочих вредоносных обитателей бункера. Можно метать. А ну дай сюда. А ну давай попробуем. Для привлечения крыс. А ну. Джбонькс. Все? Привлекли? Привлекли, проверяй. Ладно, ладно. Давайте возьмем гранатку. Не знаю, поможет ли это действие, либо не поможет. Но мы хотя бы с вами... Уи! Постараемся. Это дымовая. Понял. Помогло, ребят, проверяй. Да? Говорится, помогло, проверяй. А зачем мне тогда она нужна была? Да, отстань, пожалуйста. Ой-ё-ой-ё-ой-ё-ой-ё-ой-ё-ой-ё-ой-ё-ой-ё-ой. Не, ну увидели, видели? Так, жетон. Ага, жетон, ничего нету. Достал. Бесишь меня. Ты где? Иди сюда. Ладно, к вину мы еще с вами вернемся. К вину мы с вами еще вернемся. Так, администрация, офицерская столовая, травмпункт. Здесь мы были, по-моему, нам назад. Блин, не знаю. Не знаю по поводу этой игры. Вы получили ранение. Будьте осторожны, теперь за вами тянется кровавый след, который может привлечь внимание определенных существ. Хорошо, хорошо. Сейчас вылечимся, вы что? Сейчас все будет, сейчас исправим. Смотри. Все. Все, теперь никто за нами не пойдет. Теперь никто за нами не пойдет. Так вот, по поводу игры. Что-то меня... Ой-ё! Тихо, 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 тихо. Фонарик, 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 фонарик. Фонарик, фонарик, фонарик. Там шум что-то влияет на что-то кого-то. Шум на кого-то влияет. Так, тряпочка, книжечка. Ага, и тут ничего нету, да? Ага, патрошек. Ладно, давайте зажмем эрочку и заправим наш пехоль. Раз, два, все, три патрошка как раз есть. Шикарным. Так вот, по поводу игры, не знаю, вот, блин, не люблю я такой жанр. Когда нужно ходить, бродить, непонятно сколько времени, чтобы найти что-то, кого-то, куда-то. Посмотрим. Если игрулька вам понравится, то можно попытаться пройти. Если нет, то, в принципе, так вот одну серию и хватит. Так, откуда мы пришли? По-моему, мы пришли оттуда. Но сейчас посмотрим. Тут где-то, может быть, мы сможем с вами пароль ввести, либо не сможем. Либо не сможем. Это кто у нас тут? Стратегическое хранилище, ага. А у нас, к сожалению, нету ничем разломать эту дверь. Хотя, если я подниму баллон... Нет, баллон я не подниму. А, это же газ, правильно? То есть, по идее, я смогу выстрелить. По идее, я смогу выстрелить и зайти в эту дверку. Попробуем. Так, только нужно будет ящичек вот этот вот убрать вот сюда. Не знаю, сработает, не сработает. Но если сработает, будет хорошо. Если не... Только не решу, генератор закончился. Что-то
топливо в генераторе закончилось, да? Да вроде не. Да все, успокойся. Так, ладно, давайте стрельнем. Ага, и что? И ничего. И пошел газ. Тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Дон достала библиотеки. Так, ага, мы вот тут. Идемте заправим. Идемте заправимся. Кто это? Понял, баночка. Идемте заправимся. Потому что что-то чувствую, что у нас все закончилось. Давай еще. Блин, ну вот сколько мы в этой игре? Минут 10 ходим по факту. И что, так быстро закончилось топливо или что? Не поверю. Игра меня обманывает. Ну? Все, теперь нормально. Так, ладно, я предлагаю, наверное... Ой-ой-ой, что так темно? Предлагаю, наверное, эту серию закончить. Давайте мы сохранимся. Закончить серию, не знаю. Посмотреть, как говорится, на вашу реакцию. Как вам игрулька, стоит ли вообще ее проходить, либо просто забыть. Так, если мы здесь находимся, правильно? Это, то есть, нам нужно... в коридор и сюда куда-то попасть. Ничего не понимаю. Ну ладно, все, ребят, всем мур-мур, пока-пока. Если что, пишите свои комментарии, нужно ли проходить ее дальше, либо, в принципе, крыться на этом наши... Так, давай закроем дверки пока, месь. На этом наши полномочия все. Все, всем пока-пока.